На заседании коллегии Минздрава Чувашии обсудили итоги работы в прошлом году и задачи на будущий. 2016 был для отрасли здравоохранения удачным. В строй действующих введены 3 поликлиники в Чебоксарах и 1 в Канаше. 25 ФАПов, хирургический корпус онкологического диспансера. Удалось сохранить и традицию увеличения продолжительности жизни. По предварительной оценке, в 2016 году в республике она составила около 72 лет. Доступнее стала высокотехнологичная медицинская помощь. Число пролеченных пациентов увеличилось в сравнении с 2015 годом на 15%. Минувший год прошел под знаком борьбы с болезнями органов дыхания. И благодаря комплексным мерам удалось снизить смертность от этих диагнозов на 16%. Стабилизировался показатель смертности от онкологических заболеваний. Увеличился показатель 5-летней выживаемости пациентов и ранней выявляемости онкопатологии. Так, 55% онкозаболеваний было обнаружено на ранних стадиях. Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов особо заострил внимание на этой теме. Приоритетными в 2017 году будут совершенствование медицинской помощи матерям и детям, развитие логистики оказания медицинской помощи, профилактика абортов и увеличение доступности процедур ЭКО, направленных на повышение рождаемости.